И в продолжение темы. «Я голосую впервые». Под таким названием в городском Доме культуры состоялось ставшее уже традиционным посвящение в избиратели молодых славянцев, достигших возраста 18 лет. Торжественное мероприятие прошло в преддверии единого дня голосования. В городском Доме культуры ребята встретились с начальником отдела по работе с молодежью, культуре и спорту администрации города Ириной Таран и председателем территориальной избирательной комиссии «Славянская» Анатолием Чумаковым. Я думаю, что вы сознательные граждане, и вам не равнодушно, вам не все равно, в какой стране вы будете жить, кто будет стоять у руля нашего государства. Я думаю, что вы имеете возможность сделать правильный выбор. Я вас призываю идти на избирательные участки, принимать участие в выборах, избирать достойных кандидатов, и чтобы они заботились о нас с вами, чтобы у нас дальше было еще лучше. На встрече юноши и девушки торжественно вступили в ряды молодых избирателей, произнесли торжественное обещание быть достойными гражданами своей страны и всегда участвовать в выборах. Я, верный Конституции Российской Федерации, торжественно обещаю дни голосования на федеральных, региональных и местных выборах в полной мере осознавать ответственность перед обществом, исполнять свое конституционное право – право выбирать. Безусловно, такая встреча не могла пройти без живого общения. Ребята высказали свое мнение – участвовать в выборах необходимо. А также важно иметь свою гражданскую позицию и уметь ее отстаивать. В заключении молодые избиратели получили памятные подарки – буклеты и памятки с наказами. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».